Очередная стройплощадка обеспокоила жителей 30-го микрорайона. Многие решили, что на месте зеленого уголка возведут очередной магазин. На самом деле площадку оградили для возведения спортивного комплекса ММА. В мае текущего года на архитектурной комиссии рассматривался проект спортивного комплекса у микрорайона, 30-го микрорайона у дома 3. Этот проект был одобрен архитекторами, и в конце июня застройщик получил разрешение на строительство. Это будет двухэтажное здание площадью более 500 квадратных метров, спортивный комплекс для занятий единоборствами. На публичных слушаниях было принято решение сменить назначение земельного участка. Теперь на этом месте по закону можно строить только спортивные объекты. Кафе, кальянных и офисов точно не будет. К тому же проектом руководит президент региональной федерации ММА Рудольф Григорян, который заинтересован в развитии спортивной инфраструктуры. Еще не успели забор, надо забор доделать, а потом появится на нем, как положено, плакат, что здесь будет. Здесь ничего, кроме спортивного объекта. Здесь не будет ни спортивных магазинов, ничего связанного вообще с бизнесом. Здесь социально важный объект – это спортзал, тренировочный спортзал, где будут постелены татами, висеть мешки, и ребята, дети, и, соответственно, сборная Ивановской области по ММА будут здесь тренироваться, развивать свои навыки. В комплексе смогут тренироваться до 300 детей. По договоренности с руководством областного центра, часть воспитанников будет заниматься бесплатно. Здесь будут заниматься дети из малообеспеченных семей и многодетных семей на безвозмездной основе. Этот проект мы, федерация, скажем так, делает такой подарок городу. То есть дети получат возможность заниматься, проявить себя именно в спорте. Спорткомплекс планировали открыть к началу учебного года, но сроки пришлось немного сдвинуть. Первые воспитанники здесь появятся ориентировочно в октябре-ноябре этого года. Кроме того, в планах у федерации восстановить уличную спортивную площадку неподалеку для детей из окрестных домов. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.